С девушками из высшего общества я не общался. Я их стесняюсь. Они все такие высокие, такие. И фифы такие. Вот. Я такой простой земной мальчик. Куда мне до них-то, высоких таких? Алексей Гоман. Девушки из высшего общества. Достоевским увлеченная, а ведь замуж выходить давно уж надо. Но девушкам из высшего общества трудно избежать одиночества. Девушкам из высшего общества трудно избежать одиночества. Говорила мама строгая, принцев мало и на всех их не хватает. А девушкам из высшего общества трудно избежать одиночества. Девушкам из высшего общества трудно избежать одиночества. В принципе, показ коня, на котором принц должен прискакать, это сильная находка. А если шутки в сторону, на мой взгляд, не самый лучший выбор песни для конкурса. На мой взгляд, Лёш не удивил. Не удивил в том смысле, что не фонтанировал чем-то супер выдающимся, но и в то же время не удивил в плохом смысле, то есть не свалился ниже своего обычного уровня. Мы слишком зажались сегодня. Надо было найти какую-то среднюю, вот надо серединочку всегда искать, это лучше всего. Вот сюда и сюда нельзя. Было очень весело, но посмотрим, как ты споешь вторую песню. Спасибо. Удачи тебе. Леш, ну, во-первых, вообще тебя трудно слушать, потому что такой ор стоит в зале, как когда ты выходишь, и когда ты поешь, ты просто вообще... Тебя уже трудно услышать за теми криками «Гоман! Гоман!» Леша, получилось у тебя? У меня получилось. Спасибо большое. Леш, во-первых, тоже спасибо тебе огромное за изображение коня в самом начале песни. Я просто начинал свою карьеру с того, что изображал коней на разных ипподромах. Вот на заставках телевидения российского, это ты как раз. Да, это я с отцом.